Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить моник по регистрации. Если вы видите моники и пройдете 3 уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч отдам вам. Поэтому для этого вводите моник по регистрации. Ну что ж, пацаны, у нас новое видео, и в этом видео я хочу как бы купить какую-то новую машину с лаунч-контролем для следующих там покатушек и так далее, потому что на мустанге мы уже прыгали. Вроде бы вам видос зашел с мустанга. Поэтому я решил купить какую-то еще машину. Пацаны, большое спасибо за ваш актив. Вы набрали там больше, чем 50 лайков. Давайте постараемся это видео тоже набрать больше, чем 50 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Короче, пацаны, планы резко поменялись. Я решил покупать не машину, а дом. Ну, это чисто случайно получилось, потому что я стоял, искал машину. И вот этот парень, который сидит в вертолете, кричал, типа, продаю дом возле авиашколы за 3 миллиона с гаражом, с огородом. И типа, ну, почему бы не купить? Да, я знаю, пацаны, что у меня дома постоянно слетают, постоянно я их теряю там и так далее. Это рискованно, брата, покупать дом, но я постараюсь его не проебать. Так, все, походу мы прилетели. Я думал, это возле авиашколы, а это как бы, ну, ближе. Это ближе к Батырево. Так, гараж есть и огород есть. Давайте зайдем в интерьер. Так, ну интерьер еще даже пиздатый. Тем более у меня как бы есть улучшение, которое типа дает мне иметь несколько домов, там, квартиры там и так далее. Поэтому это очень заебись. Я жду, пока он мне дом продаст. Но дом реально пиздатый, типа интерьер хороший. Есть огород, есть гараж, пацаны. Это реально очень круто. Я еще не видел дом, в котором был и огород, и гараж. Я как бы не знаю, 3 миллиона это дорого или дешево. Ну, как по мне, это дешево, наверное, потому что, ну, домик прям возле заправки находится, вот, самый первый, с гаражом, с огородом, это реально круто, поэтому почему бы мне его не купить? Ты вообще говорил, возле авиашколы, авиашкола находится, вон, намного дальше, там, это уже, типа, Батырево считается. Так, он тут тачку свою припарковал, у него вот такой вот Урал. Так, вот он мне предлагает, Артем хочет продать свой дом. Так, 3 миллиона, 3 миллиона, покупаем. Ну что ж, я, короче, перезашел. Давайте продадим мою квартиру, потому что, как бы, она мне не нужна. Так, я не помню, как продавать. Так, улучшение, вот. Подвал, подселить. А где тут продать можно? А, вот, продать дом. Так, я хочу продать. Все, я продал. За 200 тысяч, то есть полцены мне вернули за эту квартиру. Я ее, в принципе, даже не плачивал ни разу, поэтому она у меня постоянно слетала. Ладно, поехали тогда в гараж уже. Отвезем все машины. Ну что ж, пацаны, я, короче, припарковал все свои машины, припарковал вертолет. И я очень доволен покупкой, потому что дом реально находится в хорошем месте. Грубо говоря, это дом находится в Батырево, потому что вон там уже видно Батырево. Прям вон там, за этими деревьями, уже находится Батырево. Сама деревня это не очень большая. Здесь вот тоже тачки крутые стоят. ГТР там, гелики, Тесла. Реально, деревушка очень прикольная, такая маленькая, уютная. Мне все очень даже нравится. И есть, кстати, рядом магазин садоводства, поэтому можно будет себе засадить полностью огород там. И с этого иметь деньги, поэтому это реально очень круто. Понимаете, все в доступе рядом. Заправка рядом, магазин садоводства рядом, потому что у меня есть огород, понимаете. Деревушка маленькая, уютная. Все реально по кайфу, пацаны. Мне реально все нравится, я очень доволен. Кто играет на центральном округе, напишите в комментариях, я дорого его купил или нет. Я считаю, что 3 миллиона за дом это очень мало, потому что, ну, чекайте сами просто. Есть гараж и есть огород, это реально очень круто. Вертолет я решил здесь припарковать, хотя изначально я хотел его поставить вон там вот, но потом все-таки передумал. Ну что ж, пацаны, там я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Всем пока-пока.